Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, готовим свежину. Для этого нам понадобится свининка. Выбираем на рынке заднюю часть, хорошую, свежую, жирненькую свининку. И будем нарезать на крупные кусочки, в среднем 3 на 3 сантиметра. Чем кусочки крупнее, тем мясо будет вкуснее, сочное. Не высушится при тушении, при жарке. Поэтому обязательно постарайтесь нарезать на крупный кусок. Это очень важно. Именно для приготовления свежины. Также нам понадобится лук и чеснок. Лука чем больше, тем лучше. На 3 килограмма мяса нужно хотя бы 2 килограмма лука. Ну и грамм 100-200 чеснока. Также щепотка перца, 1 чайная ложка, 1 столовая ложка соли, 4-5 лавровых листочков, 10 перца горошком. Вот, в принципе, и весь рецепт. Но самое главное — техника приготовления. Раскаляем сковородку очень хорошо. Добавляем растительное масло или смалец, если у кого есть. И обжариваем до золотистого цвета мясо с двух сторон. Мясо с двух сторон у нас обжарилось. Запаковали мы мясо. Весь сок у нас останется внутри кусочка, когда мясо будет впоследствии тушиться. Перекладываем в кастрюльку. На этой же сковородке обжариваем лук и чеснок до золотистого цвета. Когда я буду обжаривать последнее мясо, я еще обжарю такую порцию лука с чесноком. И таким образом деглазирую сковородку. Лучок вберет в себя все соки, которые образовались у нас на дне сковородочки. Все вот эти прижарки заберет в себя. После мы мясо и лук будем перекладывать гусятницу. Можно слоями, можно посередине лучок, а снизу сверху мясо. Будем добавлять лавровый лист, перец, соль, перец горошком. Все это можно добавить на свой вкус. Кто любит больше, кто меньше. Будем накрывать крышкой.
разогревать духовку. И будем ставить тушить в духовочке. Сначала 1 час 180 градусов. После 150 градусов 2 часа. И мяско у нас уже будет готовое. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. И вы увидите, какое объедение у нас получилось. Ну что ж, мои дорогие, не забудьте подписаться на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Приятного просмотра. До новых встреч. Пока-пока.